Вопрос, Константин Натанович, как вы относитесь к олигархам? Их две категории, этих олигархов. Первая категория – это чекисты, чиновники, которых Путин наделил собственностью, финансовыми ресурсами. Это настоящие олигархи, влияющие на власть, но они не имеют никакого отношения к предпринимательству. Им очень лестно, когда их называют рядом с людьми, которые действительно создавали свои предприятия, бизнесы. Но объединять их – это все равно, что объединять тех, кто захватил банк, бандитов, и заложников, которые оказались в это время в банке.